Всем здравствуйте. Итак, вернусь еще раз к тому цветочку. Не раз показывала вам про него, рассказывала, показывала, как он в открытом грунту, как он в горшках себя ведет. Вот. Для меня это самый недооцененный цветок на рынке. Это спилантус. Значит, растет солнце, тень, полутень, универсал. Создает невысокую подушку, великолепен как в бордюре, так и в самостоятельных посадках. Значит, хорошая подушка из зелени. Цветет желтыми соцветиями, вот такими вот маленькими шишечками. Является съедобным растением. Шишечки ярко, имеют ярко-лимонный вкус. Их хорошо заваривать в чай и добавлять в кондитерское изделие. Также листва идет в салаты. Имеет такой приятный горчичный вкус. Очень много полезных свойств в плане делать настойки на маслах, либо на спиртосодержащих растворах. Хорошее обезболивающее средство. Вот, омолаживающее средство очень хорошее. Сама проверяла, делала на водке и, конечно же, на масле. На масле это для лица, на спиртосодержащих продуктах это растирание наружным способом, но в основном спина, вот, поясничный отдел очень хорошо, шейный отдел. Вот в нашей работе это актуально. Да, я думаю, что во многих работах актуально. Это если говорить о таких свойствах лечебных и, скажем так, пряно-лекарственных свойствах, потому что в еду его тоже употреблять можно, даже нужно. Вот, в грунту, значит, аккуратный бордюрчик, либо шапочка высотой 20 сантиметров максимум. Очень густо расположена листва. Вот, значит, отцвевший цветочек уходит вглубь куста, его не видно, то есть самоочищающая эстетика, не нужно наводить, убирать отцвевшие шапочки. Легко собираются семена, легко всходит, хорошо, если хотите, даже черенкуется. Ну, просто я не вижу смысла черенковать, если хорошо всходит. Есть люди, которые, мои покупатели, которым данный цветок очень полюбился, но в массы как таково он не пошел. Поэтому по топу продаваемости могу сказать, что это самый недооцененный цветок в сезоне не только 2023, но и в 2021 и 2022. Все, всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного.